А сейчас на сцену выйдут ученики 2 класса: Гирилюк Любава, Кошелева Александра, Муртазина Назлым, которые прочтут «40 трудный год». «40 трудный год. Омский госпиталь. Коридоры сухие и марки. Шепчет старая нянечка: Господи, да чего же артисты маленькие? Мы шагаем палатами длинными, мы почти растворяемся в них. С балалайками, с мандолинами и с большими пачками книг. Что в программе чтения. Пара песен военных правильных. Мы в палату тяжелораненых ходим с трепетом и почтением. Двое здесь. Майор артиллерии с ампутированной ногой. В сумасшедшем бою под ельней, на себя принявший огонь. На пришельцев глядит он весело, и другой добровей за ментоном. Капитан, таранивший мессера, 3 недели назад над Ростовом. Мы вошли, мы стоим в молчании. Вдруг срывающимся фальцетом абрикосов Гришка отчаянно объявляет начало концерта. А за ним, не вполне совершенно, но вовсю запевая, внимая, а народный поет, а священно, так, как мы ее понимаем. Не чипаю, сражается заново, краснозвездные мчатся танки, не шагают наши в атаке, а фашисты падают замертво. Здесь чужое железо плавится, здесь и смерть отступать должна. И сказать бы по правде, нравится нам такая война. Мы поем, такой голос летчика раздается, а в нем укор. Погодите, постойте, хлопчики, погодите, умер майор. Балалайка сплакнула горестно, торопливо, будто в бреду. Вот и все о концерте в госпитале в том далеком военном году.